Друзья, всем большой привет из парка Львов Тайган. И вы, конечно же, узнали красавца Султана, брата Раджи. Вот он прогуливается по своему вольеру. Там он, какой у него шикарный куст шиповника. Плоды сохранил Султан аж вот до середины зимы. Молодец, хороший из него охранник. Вот напротив тоже тигры. Огромные ребята, здесь они все друг друга знают, давно они уже в этих вольерах и иногда поглядывают друг на друга, иногда переговариваются на своем тигрином языке, в общем, особо не скучают, хотя, конечно, Султану немножко, наверное, все-таки одиноко, хочется ему подружку, давненько он уже один в этом вольере, но сам виноват. Руководство парка подсаживало к нему тигрицу, но никак они не ужились, и пришлось тигрицу от него убрать. Но, может быть, подберут еще подходящую невесту нашему султану. Конечно же, надо подобрать. Такой красавец должен оставить потомство. Да и вообще, конечно же, ему будет веселее. Вот наш красавец Раджа тоже присоединился. Пополнил армию тайгановских холостяков. Леди Ди съехала с его вольера. И теперь он здесь сам. Но все равно в своем любимом уголке. За этим деревцем по привычке прячется. Особенно, когда у них здесь было много малышей тигрят. Так Раджа, что называется, искал пятый угол, куда спрятаться. Но теперь один, с одной стороны, конечно, ему не очень, а с другой стороны спокойненько лежит, никто его не беспокоит, греется на солнышке в своем большом вольере. Ну, посмотрим, кто раньше прервет свою холостяцкую стезю, султан или раджа. Вот, богатырь этот посматривает тоже, невдомек ему, куда же делась леди Диана. И султану тоже невдомек. Султан тоже любил с ней переговариваться. Он аж вставал на задние лапы, чтобы быть поближе. И Диана ему отвечала, кстати, взаимностью. Вот такие вот тигриные истории. Хорошо, солнышко, травка. Вот такая крымская зима. Ну и, конечно же, Раджа больше всех привлекает внимание. Огромное спасибо за видео Елене Желябовой, за ее любовь к Тайгану. А вам, друзья, за ваш интерес, за ваши лайки и комментарии. Пока-пока!